Привет, друзья! Вы на канале Изолятор Молнии. Технологии Иеговы Бога. Сегодня я хочу рассказать о глобальном потеплении. Друг Давида Иоаннафан очень любил своего друга. И почему Иоаннафан выбрал себе в друзья Давида? Давид с помощью пращи убил Голиафа, большого великана. И все израильтяне видели, как Давид вышел на него с палкой и с пращой. Но почему-то именно Иоаннафан полюбил Давида. И это потому, что Иоаннафан до этого выходил в бой, и он со своим оруженосцем вышел против своих врагов, и он говорил, что Иегова может дать победу через многих или через немногих. Поэтому этот канал, который вы смотрите, тоже является одним из орудий Иеговы. И вы смотрите этот канал как бы через немногих. Но уверяю вас, что в этом канале вы найдете много истины. Итак, начнем. Почему каменный уголь изолирует энергию молнии? Потому что молния распространяется, создавая себе вакуум. А каменный уголь содержит метан. Метан – это высокое давление. Таким образом, низкое давление не может проходить через высокое давление. То есть энергия молнии не может уйти под землю. Заземление, проходя сквозь каменный уголь. Таким образом, энергия молнии распространяется по поверхности земли. И таким образом вся земля, вся поверхность земли наполняется энергией, и она, статическая энергия, выходит от растений, потому что растения имеют стрелы, иголки. Например, хвойные деревья – это иголки, кактус – иголка, шиповник. А береза и твердолиственные растения, они похожи на стрелы. Также травы, все они имеют форму стрелы. Поэтому энергия молнии выходит и создает озоновый слой. А еще древесные угли после пожара и лежать над каменным углем. И когда энергия проходит через древесные угли, она замыкается, и вода соединяется с углеродом, превращается в бикарбонат и выделяет много водорода. Водород, поднимаясь наверх, встречает шапку гриба и сохраняется в шапке гриба. А остальной водород поднимается в космос над озоновым слоем. Там она заряжается энергией Солнца и превращается в дентерий от протия и от дентерия в тритий, радиоактивный водород. И начинает испускать бета-электроны, то есть отрицательные быстрые электроны, которые падают на Землю под притяжением статического напряжения углекислого газа плюс, и по пути разрушает озоновый слой. Озоновый слой разрушается, превращается в кислород. Таким образом, мы получаем от озонового слоя много кислорода. Этот кислород мы получаем, если есть много углекислого газа. Когда древесные угли, то есть древесина, горит, то есть древесные угли горят, они
из изотопа углерода 14 или из изотопа углерода 13 превращается в изотоп углерода 12. То есть во время горения в печке дрова выделяет много энергии. Таким образом, один тепловой нейтрон создает много энергии внутри печки, и после этого она как бы превращается в углекислый газ. Ну, соединяется с кислородом, соединяется с двумя кислородами и получается CO2. То есть CO2 имеет изотоп углерода 12. Таким образом, углекислый газ поднимается тоже наверх под озоновым слоем. Там она находится в некоторое время, и в это время она собирает солнечный свет. То есть углекислый газ соединяет солнечный свет, как и водород, ну, который превращается в дентерий, а потом тритий. То есть водород собирает солнечный свет и собирает себе тепловые нейтроны. Дентерий и тритий. Таким образом, мы видим, как солнечный свет создает внутри водорода два тепловых нейтрона. Точно такой же эффект у углерода. Углерод тоже собирает солнечный свет и создает точно так же, как и водород, внутри себя тепловые нейтроны. То есть или один тепловой нейтрон, или два тепловых нейтрона. В конечном счете, при горении водорода, то есть трития, мы получаем много энергии, потому что горит много тепловых нейтронов. Точно так же при горении древесного угля мы получаем тепло от этих тепловых нейтронов. Вот. Таким образом, мы поняли, что углекислый газ это сложный механизм, который собирает солнечный свет. И в этом году наше Солнце было огромное пятно, ну, черное пятно. Таким образом, солнечный свет падал на Землю с малой силой. Таким образом, эти тепловые нейтроны не сумели образоваться в углекислом газе. То есть в этом году углекислый газ как бы не до конца получил порцию этих тепловых нейтронов, ну, от Солнца. И поэтому как бы атмосфера как бы меняется, продолжительность дождей, ну, как бы увеличивается, и поэтому как бы и получается это глобальное потепление. А еще, когда мы сжигаем углерод, то тратим драгоценный кислород. Ну, допустим, мы сжигаем метан, да? Метан – это один углерод, 4 атома водорода. То есть при горении одной молекулы метана мы сжигаем 4 кислорода. То есть при сжигании одной тонны метана мы тратим 2 тонны кислорода. Получается, мы получаем 1 тонну углекислого газа и
одну тонну воды. Вот. Если подумать, что растения не создают кислорода из воды, то мы получаем кислород от растений через углекислый газ. Ну, как бы ту, которую та, тот кислород, который соединяется с этим, с углеродом. А вода, которая получается от водорода, она как бы к нам не возвращается. Из-за этого заканчивается как бы кислород. Кислород создается, как мы поняли, от озона. Таким образом, каждый год сокращается количество озона. С сокращением озона сокращается давление воздуха. А мы знаем, что при разжатии воздух охлаждается. И если нет атмосферы, то сжатие и разжатие воздуха как бы нету. Именно по этой причине и происходит это глобальное потепление. У нас в Якутии как бы лето началось раньше времени, но закончилось позже, ну, 3 октября. Таким образом, мы получили целых 5 месяцев лета. Ну, 5 месяцев без заморозка. И от этого как бы начинает таять вечная мерзлота. А под вечной мерзлотой у нас есть каменный уголь. И из-за этого глобального потепления мы как бы лишаемся вечной мерзлоты, но получаем каменный уголь. И этот каменный уголь будет создавать с помощью энергии молнии новый озон. Новый озон и разделять воду на водород и на бикарбонаты, гидрокарбонаты, анионы гидрокарбоната, от которого мы будем получать новый кислород. То есть энергия молнии создает новый кислород из воды. Таким образом, мы приближаемся к неизбежному, ну, как бы, плавлению вечной мерзлоты, но это же как бы неизбежно создает, ну, как бы, выход каменного угля, который будет создавать новую атмосферу. И что я хочу сказать этим видео? То есть мы должны как бы ждать глобальное потепление, но при этом понимать, что это глобальное потепление принесет планете пользу. Но, к сожалению, все дома, которые строятся в Якутии, будут разрушены. Это неизбежность. Спасибо за внимание.